Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова я, Влад, и Сталкер Чистое Небо. И сегодня мы опять идем воевать с ренегатами на болотах. Радиоактивные реки, радиоактивные дожди. Все это, конечно, удручает. Нам нужно проникнуть вот сюда и отправиться вот... Ну а смысл мне? Не, я лучше напрямик сразу же прям просто пойду. Туда. Опять я две использовал, да сука. Да я просто вообще как бы... А, здесь же есть тайничок. Да, нет, не здесь. Во, вот это по-нашечно. Целых три ставят. Три напитка энергетических. А, это механизаторский двор, это не то место. Окей. Ничего страшного, ничего страшного. Идем дальше. А, где-то есть на сгоревшем хуторе, что ли, или как? Вот здесь. Вот здесь есть этот артефакт, огненный шар. И я его тоже, скорее всего, попозже возьму. Ну, а пока что мы, в принципе, бежим на старую церковь. Захватывать старую церковь. Наши, естественно, не выдвигаются, но как только мы захватим, они выдвинутся. Ну как же, на готовое это все бегут, всегда. Так, вот на этот раз я один использовал. Уже как бы прогресс в развитии. Так, нет, потуда мы не пойдем, я знаю это место. Электрическое поле. Электроаномалии. Шок. Нахрен они нужны. Мы маленько не туда свернули. В сторону базы мы свернули. А нам нужно вон туда. Тут три трубца. Ну, в них вроде якобы ничего нету. Но, возможно, есть... Так, что, монолит? Ну, да, монолит. Возможно, в них есть координаты на тайнички. Которые нам, в принципе, можно было бы взять. Так. Не туда. Опа, есть что-то, есть. Вот этот артефакт стоит взять, потому что пси-изучение. Где ты? Ёлы-палы. Он от меня убегает, что ли? Вот, где? Я подобрал, да? Я подобрал, по-моему. Валить надо отсюда, валить, 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 валить. Ёлки-палки, что творится-то? Я подобрал какой-то яркий, в буквальном смысле... Чё, говно какое-то я подобрал. Ну-ка, прочитаем. Так. Бенгальский огонь, яркий, в буквальном смысле слова, представитель семейства электростатических артефактов, обладает способностью сглаживать перепады напряженности электрического поля радиоактивным. Прикольно. Ренегаты вон там виднеются. Это же ренегаты, да? Куда пошли? Старая церковь. Опа, надо их остановить. Старая церковь, это куда? Это сюда, по-моему, да? Что-то странно, как-то они пошли. Так, ну думаю, мы сейчас их перебьем. Сохранимся только. Один. Куда-то они все подевались. Короче. Хрен с ними, они куда-то... А... Ага, так старая церковь-то это вот, куда они по... Что-то они идиоты какие-то, что ли? Где они? Чего? Я их не вижу, окей. В общем-то, нам нужно вон тут, вон ту старую церковь занять. Вот тут уже наши уже на подходе.
Вот это, пацаны, вы красавчики. Вот это я понимаю. Ты где? Чё? Вы где? Ну, конечно, это, походу, нет тут никого, просто точки. Так, это чё? Это... А, нет, это не церковь. Это у нас чё? Подходы к тропам. Ха! И все что ли? Ни хрена себе, там у нас кто-то сидит, походу, мощный. Кто ты? Кто ты? Ого, нифига себе. Ну-ка, чё? Чего? О! Пацан, ну ты красавчик, конечно же. Пойдем захватывать их. Мы с тобой, команда. Мы их всех убьем. Я тебе говорю. Так, сейчас подожди, я только перезаряжусь. Че не перезарядился-то, идиот? Так, вот. Все, ну, с богом, че, как говорится. Так, возьмем гадюку нашу. Малы доставайте, пацаны! Ну да, естественно. Естественно, как же гадюка слабее пистолета. Ой-ой-ой, ты это откуда? Да блин, три раза в голову ему попал. И на четвертый только он сдох. Короче, четыре раза надо в голову попасть ренегату, чтобы он сдох. А, ни хрена себе тут наших-то. Так, вали его. Он как бы мешает мне маленько тут. Так, где-то еще один. А, в доме, что ли? Блин, я напугался аж. Так, ладно, быстрее лутаем их, пока наши, возможно, не забрали весь лут. Хотя, могут ли они забрать лут, это еще неизвестно. Но рисковать я не хочу. Кого-то опять убили, что ли? Не высовывайся. Не высовывайся, не высовывайся, я сижу спокойно. Так. А, нашего убили. Весело. Болото под нашим контролем. Молодцы, приемник, ждем твоего сигнала. Опа, вот это надо подбирать. Опа, это тоже надо подбирать. Вознаграждение мы тебе на нашей базе приготовим. Так, ладно. Мне бы сейчас всех облутать только, да и все. Мне этого, в принципе, пока хватит. Так, вот это ружье тоже я возьму, потому что в нем оно как бы хорошее. Это калаш. Разрядим, разрядим. Так, какой лучше? Ну, естественно, вот этот. Выбросим, выбросим. 58 килограмм мы набрали. Так, чё лучше? Вот это лучше. Так, 50 килограмм выбросим. Ой-ой-ой, нихрена себе. Состояние-то какое никудышное. У моей-то хотя бы более-менее. А, ага, ну естественно, я стрелял с самой хреновой. Походу, или чё? Или нет? А, не, я, у меня была разряжена. Так. Окей. Выбросим. Это нам не нужно. Так, в общем, следующая миссия какая у нас? Отправиться на кордон. На кордон уже. О, вот это уже интересно. Все, в общем-то... Так, винторез мы взяли, детектор мы взяли, все мы взяли. Идем сейчас на базу чистого неба. Тебе нужно что, сталкер? На вашу базу. Идем.
базу сейчас ходим, вот продадим. На базе. Снимай повязку. Ну, как блин. Решишь выйти на болото, найдешь меня здесь. Я как бы вам уже сколько раз помог, и ты все повязки. Да. Так. Флешки мы не нашли? Не нашли. Артефакты, пожалуй, мы продавать не будем. Я думаю, ученые будут попозже. Тыщу аптечку, бинты и противорадиационные препараты. Заглядывай. Взяли мы. Вообще, в принципе, мы можем за 11 тысяч продать все артефакты. Но нахрен нам надо. Мы лучше продадим ПМы, которые нам нахрен не нужны. У нашего состояния, ну, такое. Что-то гудит. Слышно. У нас 16 аптечек. Надо ли нам столько? Надо, конечно, надо. Как же нет-то? Вот патроны от пистолета можно, в принципе, было бы убрать. 47 килограмм. А чё у меня занимает это? Винтарь. Я думаю, винтарь мы с собой прихватим, потому что на чистое небо мы возвращаться не будем. Насколько я помню. По сюжету сталкера. Чистое небо. Сюда мы возвращаться не будем. Может, разок только. Так, ну тут нету вроде схронов никаких. Так что... Посмотрим у тебя что. У тебя там? Будет. Нет, ничего я ему не принес. В общем-то, значит, выдвигаемся на кордон. Нам нужно, значит, на старую церковь. Чего? А, не. Сгоревший южный хутор, механизаторский. Рыбацкий хутор, сгоревший хутор. Вот куда вот? Сгоревший хутор? Южный хутор или рыбацкий? Рыбацкий это не то, южный тоже. Север-юг. Вот, север, получается. Где? А как посмотреть, как называется вот это место? Пройти с парадником. Механизаторский двор просто отсюда долго будет идти. Так, вот, ну... Рыбацкий двор это где-то вот здесь. Вот, рыбацкий хутор. Это у нас сгоревший хутор. Это механизаторский двор. А тут? Еще ближе можно? Еще. Блин, это максимум. Так, ну южный хутор получается. Рыбацкий хутор. Механизаторский двор и сгоревший хутор. Ну, F5. И отправляемся на южный хутор, получается. Ну, пойдем. Но мне кажется, это не то. Это совершенно не то, мне кажется. Нет, однако, это то. Южный хутор. Ну, надо будет запомнить, на всякий случай. Его так. Тебя, я здесь, в принципе, закончил. Пойдем на кордон тогда уж. Че, здорово, куда тебя провести? На кордон давай. Да, славно ты нашим ребятам помог, уважаю. Я уже забыл, как это спокойно по болотам ходить. Ну, спокойно, как для топии на краю зоны. Ладно, не о том разговариваю. Поехали. Поехали. Тут уж без повязок обойдемся. Если в топ... Ну, окей. Без повязок, так без... В общем-то, да. Тайников до хрена осталось, конечно же, там, где вот на чистом небе, на болотах, точнее, на кордоне. На кордоне только мутанты нам враги. И... Ну и военные. Ну, против военных мы, конечно же, не пойдем, это очень опасно. А продолжим мы... В следующей серии с вами был Влад, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и это был Сталкер, чистое небо, всем удачи, всем пока.